Челябинском театре оперы и балета открыли юбилейный сезон. Зрителям показали масштабную постановку «Фауст» в версии московского режиссера-постановщика Екатерины Василевой. Согласно сценарию, действие оперы разворачивается после глобальной катастрофы. Это авторская интерпретация произведения французского композитора Гуно. По задумке режиссера, действие разворачивается на вечеринке у Мефистофеля и в психиатрической лечебнице. Отсюда сумасшедшие, монстры и оборотни. Героями также стали три культовых звезды 20 века – Марлен Дитрих, Мэрилин Монро и Майкл Джексон. Спектакль изначально был направлен на то, чтобы он был доступен и для тех, кто впервые пришли в оперу, и для тех, кто уже являются такими меломанами и, в общем-то, постоянными зрителями. Актеры поют свои партии на французском, а зрителям показывают субтитры. Эта опера по оформлению – самая сложная постановка в репертуаре театра. На монтаж декораций требуется 2 суток. Я добавлю, что именно Екатерина Василева будет режиссировать концертную версию оперы «Аида» и гала-концерт, посвященный юбилею театра.